Хендмейки рынка. Дню Конституции провели большую ярмарку. В ярмарке приняли участие 20 мастеров. К слову, при поддержке фонда «Социум Кларда» такие мероприятия проводятся регулярно. Для ремесленников это незаменимая площадка для рекламы и сбыта своих работ, а также обмена опытом. Для мастеров мы отвели в горпарке специальные места, без всякой арендной платы, налогов. Это хорошая поддержка и ремесленников, и их бизнеса. Мы хотели бы на Арбате создать творческий такой уголок.